На свято усі чекають дива, і сьогоднішній день не виключення. Ми будемо очікувати сюрпризів, тому що до нашої студії завітав Олександр Мефісто, ілюзіоніст. Ось такий хлопчина в яскравій червоній сорочці, в такому гарному костюмі. Саш, мені дуже подобається твій костюм. Він якраз такий новорічний, святковий, знаєш. І я от бачила, як ти працюєш, таку створюєш біля себе атмосферу завжди. Атмосфера чогось такого особливого, і завжди хочеться побачити, а чим же це завершиться і як ти це робиш, це теж мене завжди хвилювало. Що саме хвилювало? Як я це роблю? Як ти це робиш? Ну, як ти це робиш, то вже друге було. Перше, це коли ти дивуєшся. Друге, це, а як же він це зробив? І тут я бачу, що хитрощів, от без хитрощів ти не обходишся. З якими хитрощами ти зіштовхуєшся тоді, коли працюєш над створенням будь-якого номеру? Когда я работаю над номером, я смотрю на него с точки зрения двух людей. Первый раз, когда я смотрю, допустим, какой-то номер, который мне понравился, я его оцениваю с точки зрения эмоций, которые будет получать зритель. Уже сложности, технические детали я смотрю с другой стороны, потому что мое искусство – это в первую очередь дарить людям определенного рода эмоции. Это может быть переживание, волнение, страх, удивление. Спектр эмоций очень широкий. Поэтому я в первую очередь смотрю на то, что я хочу, чтобы человек испытал. Угу. И уже после этого я начинаю искать технические какие-то решения, чтобы эту эмоцию до человека донести. Тебе трудности не лякают? Они же могут быть складными, на самом деле, эти номеры. В этом мире просто нет ничего простого, и главное получать удовольствие от того, что делаешь, потому что любая работа, которой бы ты ни занимался, она тяжелая. Ну, тяжело операторам, осветителям, тяжело вахтерам. У каждого своя тяжелая работа. И главное получать какие-то свои удовольствия от того, что ты делаешь. Потому что в этой жизни нельзя избежать каких-то трудностей, и нужно просто их грамотно преодолевать. Знаєш, Саш, я зустрічалася в своєму житті з декількома ілюзіоністами, які от настільки вже перейшли, ну, піднялися високо, так, і вони вважають себе, ну, от такими недосяжними. Вважають, що от, ну, зробили стільки всього, і така от зірочка десь там засяяла. Ти зіштовхувався вже з такою зірковістю, ну, в своїй кар'єрі, як тобі? Бо я дивлюсь, ну, ти насправді себе дуже так, ну, оцінюєш, як, ну, ретельно готуєшся, все робиш, але я не помічала в тобі такої зіркової такої хвороби. Ну, я в житті зустрічав людей, які, ну, грубо говоря, обладали той чи іншою долею зірковості. В некотором случае це було заслужено, а в некотором случае це було, більше сказати, на пустому місці. Когда человек в действительности может сделать что-то крутое, он может удивить зрителей, которые скажут: «Вау, было здорово, это было круто», тогда звездность – это как бы еще немножечко простительно, потому что человек действительно что-то умеет. А когда звездность возникает на пустом месте, я считаю, это в первую очередь непрофессионально. Угу. Потому что лично я для себя выбрал критерий, что в тот момент, когда я скажу, что вот все, лучше шоу я просто не в состоянии сделать, а мне можно будет просто тогда паковать чемодан и ехать на Бали кататься на серфинге или отправляться в кругосветку на мотоцикле. Ну, просто так. Чем, чем больше я изучаю театральное искусство или искусство иллюзий, тем больше понимаю, что то, что я делаю, это настолько мизер с тем, что я могу делать, с тем, что как бы я способен подарить людям, как бы, дать им возможность испытать какие-то, какого-то рода эмоции, донести какое-то сообщение. Это настолько мелко, что у меня даже мысль не возникает в том, что вот я чего-то там уже достиг. Ну, дивувати це насправді і складно водночас, і просто, і легко. Бо зараз люди вже... Чому складно? Бо зараз люди бачили вже стільки всього, їх дуже важко здивувати. Знайти щось таке твоє особливе, ну, в тому теж є складність, з одного боку. А з іншого це добре, бо це ж тільки твоє і тобі притаманне. Ну, от як ти з цим борешся? Чи не борешся взагалі? Я скажу так, что в наше время, с одной стороны, да, тяжело удивить людей чем-то новым, многие многое видели, но часто я на своих выступлениях, поскольку у меня шоу проходит в формате интерактива и тесного общения со зрителем, я часто слышу фразу, что ну ладно, я там на Ютубе смотрел, ну ладно, там я Копперфильда по телевизору видел, но это же здесь, прямо вот передо мной, как это может быть?
И поэтому я как бы, я считаю, что лично мое искусство, театральное искусство, оно не умрет в принципе, потому что помимо кино, телевидения, какого-то визуального контента, люди ценят простое человеческое общение. И сила артиста – это просто в умении общаться с людьми. Ну, знаєш, я коли от з тобою, коли ми, я відчула, коли ти відчув і прочитав те, що я там десь зробила, ну, я подумала, ну як? Ну, думки ж ти ще не вмієш читати. Ну, поки да. Ну, як ти так це зміг зробити? Тобто, насправді, здивування було більше не тим, що ти можеш, так? А тим, як ти це зробив і як ти зрозумів, що мені саме потрібно зараз, в цей момент. Ну, просто я считаю, что настоящее вот, мастерство иллюзиониста – это не в том, чтобы сделать какой-то трюк, а именно в том, чтобы в сознании зрителя возникло ощущение вот этого вот чуда. Можно, ну, я называю это чудо, это какой-то эффект вау, по-разному это называется, но главное не то, что ты делаешь, какие ты приемы используешь, потому что приемов великое множество, и знание всех приемов не сделает из тебя классного артиста. Классного артиста с тебя делает то, что ты умеешь передать людям вот эту вот нужную эмоцию, как бы, может так, подтолкнуть их к вере в чудо, в что-то прекрасное. А бывало таке, что в тебе якийсь номер не вдався? Ну, фокус, можливо, не вдався. Було таке? Конечно, было. А як ти виходив з тебе, викручувався? В этом деле мне немножечко помогло актерское мастерство, потому что, когда нас учили, нам говорили, зритель никогда не знает, как должно быть. Поэтому, что бы ни происходило, все идет так, как надо. Горит кулиса, что-то пошло не так. Там, у а тебя все... было такое, что у тебя горело что-то там? Ну, это было бы не сколько связано с фокусом, это связано с театром, поскольку я тоже актер театра. Позапрошлом году, или в прошлом, в прошлом, мы ездили на театральный фестиваль в Черкассы. И там мы ставили спектакль про Прометей, и в финале этого, грубо говоря, спектакля у нас используется один иллюзионный реквизит с использованием огня. И поскольку это практически моноспектакль, что я большое количество времени нахожусь на сцене, заправлять и заряжать это устройство приходилось моей партнерше по сцене. Вот. И поскольку это все-таки... Ну, это девчине, да, было доручить такую справу. Саша, ну ты даешь. Открытый огонь, то у нас случилось небольшое ЧП, которое я не заметил, но мне потом уже рассказали, у нас немножечко загорелось за кулисами пол. Но это все было быстро потушено, и я об этом узнал уже постфактум в финале. А моя партнерша, она как бы большой молодец, потому что помимо того, что она переборола в себе страх, она как бы справилась с этой проблемой, она заново взяла это устройство, заново его заправила, проверила, и только потом она вышла на сцену. Слухай, ну справді, бачиш, які надійні люди з тобою працюють. Вот, да. От так. Не побоялася, що вона там може весь театр спалити. Ну да, вона зробила це, зробила все як треба. Ну, ти в дитинстві ж робив фокуси, так? Коли оце, а коли тобі захотілося ілюзіями такими займатися? Как бы в 20 лет я как бы впервые мне показали первый фокус, который как бы меня научили. И сначала это было просто на уровне хобби, удивить друзей, близких. Мне нравилось вертеть в руках карты, мелкая моторика очень хорошо развивает мышление. И все это было на уровне простого вот, увлечения и хобби. Я не представлял, что я там выйду на сцену, что я буду мечтать о больших сольных иллюзионных выступлениях. И я как бы я работал программистом. И в один момент просто один из моих коллег скинул ссылку, что в Днепре будет происходить фестиваль фокусников. И я очень захотел туда поехать, и там я уже увидел, что в одном месте могут собраться столько людей, которые прям горят своим делом, которые настолько делают это красиво, качественно, что за это, так сказать, не стыдно платить деньги. И там я познакомился с человеком, который меня вдохновил на... То, чтобы я бросил работу программиста и пошел все-таки в фокусники. Не пожалковав ты? Честно, пожалковав? Самый главный секрет фокусника – это ни в коем случае не признаваться, что ты ошибся с выбором профессии и каждую ночь рыдаешь в подушку.
Но это шутка. Конечно же, нет, потому что на данный момент я не представляю своей жизни без театра, искусства фокусов, и сейчас всячески я совмещаю это, хочу сделать вот именно театральное иллюзионное шоу. Ну, це супер. Мені дуже подобаються твої мрії. Мета, можна сказати, так. Бо це ж, насправді, вже ти ж плануєш, я так розумію. Так, є якісь задачі, які ти ставиш перед собою. Уже, как бы, это не сколько планы, это конкретный проект, который я в скором времени буду представлять. Ну, ти вже ж працюєш у цьому напрямку, тобто в тебе є вже виступи, ти показуєш усі ці свої номери, тобто, в принципі, робота в тебе кипить. Але ти хочеш зробити щось таке грандіозне, поєднати з театром, як це взагалі може бути? То, що мені немножечко, так сказати, горчинка в моїй бочці меду, це в те, що коли ти виступаєш на корпоративах, на свадьбах, люди в основному просто хочуть віддохнути. Атмосферу приходится выстраивать очень быстро и очень поверхностно, когда у тебя 15 минут, тебе нужно, чтобы в эти 15 минут люди уложились вот в какой-то там, в какой-то твой иллюзорный мир, где возможно вот все, что ты показываешь. А во время театрального представления у тебя развязаны руки, у тебя есть весь арсенал инструментов театра, который погружає. І люди прийшли тільки подивитись на тебе. Да, тобто да, вони да, не будуть розпилятися, вони не будуть шукати собі там хтось, кого там, не знаю, там наречений, украли там, невесту, чи ще щось, что-то. Так. Ну, тобто якісь такі справи, вот, не будуть їх відволікати. Мені якраз чим нравиться иллюзионное театральне шоу, тому що я смогу вистроїти нужну атмосферу и донести до людей какой-то свой месседж, какой-то что-то, чтобы вот какой-то эмоциональный клик произошел внутри каждого. И вот это вот мне нравится именно в театральных иллюзионных шоу, потому что работать одинаково и на корпоративах, и на театральной сцене невозможно. Там совершенно действуют другие законы, и на корпоративах это даже, ну, номер должен быть как смс, как сообщение. Он бац, и человек удивился. Угу. А в театре можно делать сложные номера, ввести зрителя по нужных тебе эмоциях, причем можно дать весь спектр. Можно дать и удивление, и немножечко страх, и волнение, и вот. Супер, взагалі. Ну, це ти бачиш, як широко ти розмахнувся. Але ж, Саша, вже багато чого показали. Насправді були такі відомі світові митці, які вже зробили багато чого. Ти зможеш переплюнути? Чи в тебе нема такої мети? Я скажу так. Я, от один мой хороший друг, он сказав, що ти можеш в житті не добитися величия, але твоя обов'язність к нему стремитися. Я не могу сказать, что там из меня выйдет второй, третий Копперфильд. Я не могу сказать, что я там кого-то переплюну, я не стремлюсь этим. Я восхищаюсь людьми, которые классно, качественно делают свою работу. Для меня это, так сказать, самый важный критерий, по которому я там оцениваю человека. Но в своей жизни я понимаю, что я буду делать все, чтобы делать свою работу максимально классно и максимально ефективно, можна так сказати. Я не знаю, як це правильно виразити. А ти от в себе вдома дивуєш людей? Вони вже звикли до того, що ти можеш там десь щось так зробити. Так, да, часто ми збираємося там театральним колективом у мене вдома, там за якими-то репетиціями, чітками, і коли мені нужно. І вже всі чекають. Ага, Саша зараз щось зробить цікаве. Не то, що прям кожну репетицію, но коли мені нужно какой-то проверить какой-то номер, як люди на нього реагують. Потому что реакции у меня в голове и настоящие реакции зрителей, они иногда могут различаться. Мне кажется, что это будет прям вау, супер. А люди такие, ну прикольно, да, ну а дальше? И ты такой думаешь, да, наверное, надо что-то немножечко еще доработать. Вот. То, конечно же, я тренируюсь, так сказать, на своих театральных коллегах, и им это нравится, мне это нравится. Угу. Очікують вже від тебе, да. Саш. Ну, я знаю, що ти сьогодні нам все ж покажеш диво. Так, само собою розумієшся. А поскольку у нас зараз така... Я вже приготувалася. Да, замечательна пора года, як зима, я предлагаю зробити такий чудесний іменно зимній номер. У мене є ось такий от чудесний блокнот, на якому зображен снеговик. А у цього снеговика є огромне кількість... Скільки варіантів голів у нього багато? Ну, в районі 10, так. Да. Також в районі 10 різних ручок, аксесуарів і прочого. І точно так же у нас відбувається діло
с ногами и пузиком. Юль, я тебя сейчас попрошу приготовить волшебный палец твой, вот так. Добре. Я сейчас так вот буду пролистывать. Твоя задача в любой момент тут вставить... Зупинити? Да. Добре. Стоп. Вот тут. Є. Так. Прямо тут. Прямо тут. Передумать не хочешь? Да ні. Ага. Отлично. У нас получилась такая вот красная шапочка и носик морковка. То же самое я попрошу сделать с ручками. Оп. Є. Угу. Шикарно. Ты бачишь? И финальный стоп. Давай. Оп. Вот тут. Є. Угу. А. Клас. Двіки гарні. Отлично. Гарнюня. У нас получился такой вот очень забавный снеговичок. У нее красная шапочка, галстук со звездочкой, красные пуговки. Если бы ты вот остановилась где-то там в любом другом месте, у нас бы получился совершенно другой снеговик. Ты інший, был бы гірший. Вот да, ты мне да, вот, ну, как, мне тоже он больше всего понравится. И, естественно, я сегодня пришел не с пустыми руками, я принес небольшой подарок. Так. Вот, поэтому я сейчас попрошу тебя снять с него крышку. Фух. Так, так. І ти змій боїшся, да? Саша, я тебе прошу. Так, ну що, піднімаємо? Да. Піднімаємо. Раз, два, три. Готова. Саша, то не може бути. Не може. Да, як давай, ти це зробив? У нас красна шапочка, галстук со звездочками і красні пуговки. Я просто в шоці. Ти точно? Саша, як? Як? як ти це зробив? Дивіться, в нього такі самі. Я ж покажу зараз усім. Подивіться, в нього такі ж самі руки. Дивіться, у нього така сама краватка. Ні, ну вона є. Я не знаю, Саша, ну як? Як ти це міг зробити? Це настояща рождественська магія. Да, я буду перевіряти. Ні, перевіряти не нельзя, уже как бы, вы понимаете, фокус – это такая штука, которую проверок не любит. Саша, я тобі дуже дякую. Насправді класний вийшов сюрприз, здивування просто неймовірне. Ми бачили фокуси, бачили ілюзії. І насправді я хочу, щоб побажати тобі справді, щоб ти дивував і далі усіх. Щоб все, що ти собі мрієш і плануєш, щоб воно обов'язково здійснилося. І перше, нехай буде вже в цьому році. Нехай вже почнеться. Конечно. А далі воно все буде кращим і кращим. Так? І з кожним роком будеш приходити до нас і дивувати нас все надалі. Все більше, більше, більше. Але змій не неси, добре? Порвалась на следующий год фокус. Добре, ну що, Саш, будемо чекати тебе наступного разу, ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.